Всем привет! Добро пожаловать на онлайн-уроки по хип-хопу от центра танца Mainstream. Меня зовут Кристи, я преподаватель по хип-хоп-импровизации. Сегодня мы будем с вами учиться работать над базовыми движениями. То есть как на основе базового движения разработать свои собственные. То есть мы будем работать над вариациями. Начнем мы с изучения его классического вида. Собственно, Happy Feet. Его работа заключается в том, что одна ножка у вас делает опору на пятку, противоположно на носок. Вот таким образом. Собственно, это происходит и в правую, и в левую сторону. А также, когда обе ножки приземляются на носочки вперед и на пяточки, также вперед, отпрыгивают на исходную позицию. Вместе 4 движения. Вправо, влево, вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ничего сложного. Переходим на новый уровень, на уровень вариации. Чтобы как-то разнообразить это базовое движение, мы, например, можем убрать работу одной из ног. Ну, то есть, например, работать только на пятку правой ноги. Соответственно, на левую сторону, левой ножки. И оставить последние два движения такими, какими они были изначально. Или также менять ножки по очереди сделать. Вместе. Опоры можете делать на носок, можете на пятку, как угодно. То есть это уже идет от вас, от музыки, от вашего настроения, от мыслей в голове, которые возникают, у вас возникают и решают, какой ногой куда ступать, на пятку или на носок. Также вы можете делать не обязательно по одному разу движение. Вы можете проделать одно движение несколько раз в прыжке. Вперед, назад, право, влево. Точки в пространстве. Это очень интересно и занимательно. Также вы можете придумывать разные вариации, используя разные уровни в пространстве. То есть не обязательно танцевать только на высокой позиции, в которой вы привыкли танцевать. Можно также опускаться вниз. То есть не разгибать и не держать спину ровной. И это будет дополнительное движение к основному. Раз. Раз, два. Если вы не новичок или новичок, который двигается дальше и интересуется, учит какие-то дополнительные движения, знает что-то еще, кроме Happy Feet, вы также можете связывать то, что вы знаете, с движением, которое вы учили сегодня. Ну, например, добавлять сюда крис-кросс. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Практиковать различные ритмические вариации на основе выученного движения. Ну, например, не вступать в каждый счет 2, 3, 4, а проговаривать какой-то интересный ритмический рисунок, на который вы могли бы накладывать этот базовый степ, это базовое движение. Раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. На сегодня все. Практикуйтесь, тренируйтесь, приобретайте новые знания, а также приходите за чем-то новым и интересным в центр танца Mainstream. А теперь давайте проверим, как вы усвоили сегодняшний урок. Don't know what to talk about, you ain't familiar with the deep. Don't go that route, been hanging on me too late.
talk about this all night. Now, if I'm the greatest.